В Самаре готовится к празднованию 1 мая. Ожидается, что в нем примут участие около 100 тысяч человек. Впрочем, традиционного шествия в этом году не будет. Площадь Куйбышева готовят к Дню Победы. Поэтому основная сцена расположится возле памятника Засекину на второй очереди набережной. С 10 утра начнут работу 45 тематических площадок, в том числе и пункты по набору персонала, а также приемные комиссии вузов и учреждений среднеспециального образования. Свои площадки представят ГУВД, МЧС, ГУФСИН, пункт набора на контрактную службу в армию России. Как известно, да, стихотворение, все профессии важны, все профессии нужны. И вот сейчас складывается уникальная ситуация, когда рожденная Федерацией профсоюзов инициатива действительно стала очень хорошей формой, которая позволяет помочь, в том числе в условиях борьбы за импортозамещение, сориентировать и молодое поколение, и молодых уже специалистов, и тех, кто в возрасте, на то, где сейчас востребованы квалифицированные кадры и квалифицированные специалисты, где их действительно ждут. Гости праздника также смогут проверить свои силы, выполнить отдельные нормативы ГТО, протестировать новинки АвтоВАЗа и насладиться фигурами высшего пилотажа на авиашоу. К слову, специально для женщин выполнят воздушные грациозные поклоны. В планах и награждения трудовых династий в 13:00 состоится митинг, на котором губернатор вручит 6 памятных знамен коллективам социально ориентированных предприятий. Губернатор подписал указ о учреждении знака губернатора за развитие профсоюзного движения. И вот 28 числа и 29 на торжественных собраниях, которые пройдут в Театре оперы и балета и в Тольятти, будут первые 3 таких знака нашим коллегам, нашим активистам будут вручены.